Матюш, я тебе ромашку залью. Хорошо? Идеальная чистота за 2 минуты.
Что, блинчики накладывать? Да. Со сметанкой. Как ты себя чувствуешь? Да, плохо. Плохо. Что будет? Еще раз можешь повторить, что только что сказал? Твои блины нужно рекордом заносить, как самые вкусные. Вкусненькие?
Хочу показать вам замечательное устройство, которое помогает мне по вечерам отдохнуть, перезагрузиться, расслабиться, особенно вот в такие последние напряженные дни. Это массажный матрас, который замечательно воздействует на все тело. Этот массаж великолепно снимает накопившееся за день напряжение, стимулирует кровообращение, улучшает метаболизм, общее самочувствие и даже способствует улучшению осанки. Это устройство работает от электросети, и у него очень удобный и понятный пульт управления. Есть кнопка включения и выключения. Можно выбрать 5 разных режимов массажа. И еще есть кнопка, которая позволяет выбрать интенсивность вибрации массажа. А еще есть режим подогрева. Я выбрала себе модель с изголовьем, в которой уже встроены ролики, которые великолепно прорабатывают зону шеи и плеч. И это прям вообще какое-то отдельное удовольствие. Мне важно именно расслаблять плечи, трапецию, потому что, как чаще всего показывает практика, именно эти места зажаты и напряжены. А включив обогрев, массаж проходит еще более приятнее. Обычно массаж служит для расслабления мышц и улучшения самочувствия, а массаж с помощью данного устройства оказывает расслабляющее и стимулирующее действие. Также было доказано, что он уменьшает напряжение в мышцах и снимает усталость. И он очень здорово подойдет для тех, кто целый день сидит в офисе и очень сильно напряжена спина в течение дня и шея. И вечером после работы на массажном матрасе можно прекрасно отдохнуть и расслабиться после трудового дня. В этой модели есть молния, что позволяет при необходимости почистить чехол и вернуть его на место. Это очень удобно. Покрытие этого массажного матраса очень-очень мягкое и безумно приятное. Матрас Deichmann можно расположить в удобном для вас положении, например, на ровной поверхности, пол, кровать или диван, а также под небольшим уклоном в сидячем положении. Это устройство оснащено ремнями, поэтому удобно будет закрепить матрас на изголовье, и во время работы уже массажер никуда не будет скользить. Эта функция очень удобная, если вы вдруг захотите расположиться перед телевизором на диване или в своем уютном кресле, просто положить этот массажер и уже смотреть фильм и получить удовольствие от ощущений во время массажа. Ссылку на свою модель массажного матраса я обязательно оставлю внизу в инфобоксе. Переходите на сайт, там очень много еще и других есть моделей, и я уверена, что вы сможете подобрать модель, конкретно подходящую именно вам. После использования этот матрас очень легко убрать, отключаем от сети, скручиваем, и он прекрасно помещается в прикроватный ящик. Не занимает много места, чем он и удобен. А еще у него плюс в том, что есть специальный кармашек для пульта, и пульт уже не потеряется. Обязательно находите время для отдыха, для себя, получайте истинное наслаждение от процедур и берегите себя и свое здоровье. Thank you.